Всем доброе, бодрое утро понедельника. Вот такая у нас погода. Не жарко. И шеф-повар Денис делает завтрак. Доброе утро всем. У нас будут бутербродики с яичком и авокадо. Ну и кофеечек, чаечек. Кушал? Иди кушай. Иди еще кушай. Глаза уже по 5 копеек. Глаза уже по 5 копеек. Тебе нравится твой туннельчик? Ты оценил, да, Фарч? Рысь! Здравствуйте. Кто когти здесь оставил? Смотрите. Видно вам? Когтина. Твоя фара, твоя. Да. Это все твое. Чьи когти? Чьи когти тут оставили? Кусается еще. Иди ешь. Идем с Богданом в школу. Ветер сегодня на улице. Ну не жарко, кстати, на улице, не жарко. Было теплее. Я же заварила себе второй кофеечек, отвела Богдана в школу. Знаете, на улице чувствуется, что весна, но ветер еще такой прохладненький. С утра пока еще солнышко светит, но во второй половине дня опять обещают дождь. Может быть, он стороной нас пройдет? Посмотрим. У меня сегодня домашние дела. Надо навести порядок. Пропылесосить, а то везде валяются эти перекати-поле, шерсть от фары. Так уже хочется достать подушки, поставить в этот кокон, открыть зонтик, зажечь мангальчик, пожарить шашлычки, навести порядок в гардене, убрать все сорнячки и наслаждаться теплом. Уже жду не дождусь, когда настанет тепло. Ну, вот уже потеплело. 11 градусов, почти 12. Фу, наконец-то навела порядок. Прошло 3 часа. 3 часа я наводила порядок. Пока пропылесосила весь дом, вытерла везде пыль, помыла полы. 3 часа. Зато дома свежо, порядок и красота. И у нас закончились драники, поэтому я решила сделать макароны по-флотски, чтобы Денис завтра тоже на работу взял. Но сделаю не с простыми макарошками, а со спагетти. Буду спагетти делать, спагетти. Видно, видно, куда ты. Вот, и с таким соусом я уже показывала. Там уже все специи, там уже и оньон, и все остальное. Все овощи и фрукты там уже есть. Так что я не буду отдельно нарезать оньон. Как он? Лук. Вот. Просто обжарю фаршик, сварится спагетти, я это все перемешаю, добавлю, и будет всем очень классно и вкусно. Так что так, я приступаю. Помните, говорила, что нашла в Теско печеньки по вкусу напоминают цирк и десятки раз дешевле.
и больше. Очень вкусные. Но прям в один почти не отличить. Ну вот я уже добавила соус. Все прогревается сейчас. Сварятся сейчас мои макарончики. Уже опустились. Ждем. A few moments later. Ну все. Готово. И сложила уже Денису завтра на работу с собой. Как раз возьмет. И я сажусь есть. Всем приятного аппетита. Погода у нас немножечко испортилась. Поднялся ветерочек. И вот столько градусов. Обещают дождь. Смотрите, какая погода. Просто. А зонтик у Дениса в машине. Но ничего, не сахар, наверное, не расставим. Мне здесь быстренько добежать, забрать Богдана и уже потом в машину. И потом Ксюшу уже тоже заберу. В такую погоду. Ну, конечно, да. А такая замечательная погода с утра была. Солнышко светило, птички пели. Ну, как есть, так есть. Главное, одно радует, что скоро будет тепло. Забрала всех со школы. Ксюша. Привет. Отрезает себе хлебушек. Греет супчик. Погода, конечно, ужасная. Так резко начал лить сильный дождь. Просто. Просто. Что, мы быстренько кушаем и отвожу Богдана на джиу-джитсу. Потом приезжаем. Приезжает папа. И у Ксюши сегодня кадеты. Не забыла? Нет. Кадеты. Аккуратно, лужа. Давай. Отстегивайся. Все. А, подожди, я что-то криво стою. Мы уже дома вернулись. На улице ужас, холод и морось. На этом я буду с вами сегодня прощаться, говорить всем пока-пока. Спасибо, что были с нами, спасибо, что просмотрели. Не забудьте поставить лайк, подписку. Увидимся. Всем пока-пока. Всем пока-пока.